Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Сегодня у нас очередной небольшой хоррор на повестке дня. Пока что с большими хоррорами у нас простой. Я решил посмотреть, обратить свой взор опять на всякую мелочь. Сегодня мы посмотрим маленький хоррор под названием, как он называется-то? Ну, что-то вроде как «Спуск в подвал». Я точно название не помню. Ну, короче говоря, в описании названия будет ссылка на сайт производителя, так что вы сможете поиграть, собственно, в эту игру и сами посмотреть, что да как. Я опять использую старый микрофон, то есть не старый, а другой. Он, возможно, будет фонить, да, скорее всего, будет фонить. Так что прошу прощения за определенные такие технические накладки. В остальном же давайте смотреть. Так, тихо. Девочка. Я знаю историю. Эта история правдива. Я верю в это. И ты тоже поверишь. Что-то еще вошло в этот мир темное и опасное. Что-то злое. Найди мои... Так, Marbles. Найди мои... статуэтки мраморные, что ли? Или шарики мраморные. До того, как пройдет время... А, вон, внизу время, 9,5 минут осталось. И я поделюсь с тобой секретом. Так, хорошо. Игра, я так понимаю, представляет собой... Ладно, ладно, постараюсь. Представляет собой... хоррор-квест. И мы имеем дело со стандартным таким бородатым пиксель-хантингом. То есть нужно искать предметы, тыкать на активные зоны на экране, возможно, что-то и получится. Так, ну ладно. Мне сразу могу сказать, не нравится это место. Какое-то оно не самое приятное. Так, тут что-нибудь... Ой, что за звуки такие неприятные? Тут есть что-нибудь? Похоже, тут ничего нет. Я, по крайней мере, тут ничего мраморного не вижу. Ладно, выходим тогда. Еще раз выходим. Картинка, надо сказать, знатная, очень хорошая, красивая. То есть фотографии при этом сделаны профессионалом. Так, что у нас тут? Какая-то бойлерная, что ли, вообще, я не пойму. Что это? Тут, похоже, тоже ничего нет. А мы, похоже, будем искать эти... А, вот, смотри, что-то блестит. Так, первый пошел, хорошо. Больше тут, судя по всему, ничего и нет. Ладно. Так, блин, я всегда вот в таких играх путался в направлениях, потому что непонятно как-то с разных перспектив. Ну-ка, если я сейчас развернусь, я где буду? Так, подожди. Ой, какие неприятные звуки. Вторая есть. Хорошо. Две нашли, а всего их сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, тут у нас ничего, кроме паутины. Вообще жутковатое место. Так, ладно. Твою мать. Так, ладно. Ладно. Три есть. Куда пойти? Налево, направо. Пойдемте налево. Блин, какие-то доски лежат. Блин, вот я вздрогнул. Вниз, я так понимаю, спуститься никак. Пойдемте наверх. Просто кто-то походил по своему дому с фотографией, да, и в итоге сделал хоррор-квест. Молодец. Так, ладно, еще выше поднимаемся.
У нас ничего, чей-то отпечаток только. Неприятное, надо сказать, помещение. Так, ладно, только выше можем подниматься. Ага, чайник стоит, и чё? А, вот, смотри. 4 нашел, молодца. Что-то мне прет. Тихо. Что-то мне уже неохота туда идти, честно говоря. Ну да ладно. Мы не можем принять ваш вызов прямо сейчас, но если вы оставите нам номер, мы обязательно свяжемся с вами позже. Так, номер. Ну, допустим, 1, 2, 3, 4. Пойдет такой номер вам, нет? Тихо, это что было? Так, ладно. Нафиг надо валить отсюда. Тут, похоже, ничего больше нет. А вот это что? Нет. Ладно, уходим. К чертовой бабушке отсюда. Ой, дерьмовое место, дерьмовое. Блин, надо сказать, игра очень качественно сделана для игры, созданной, по-моему, они заявляли там 1000 баксов, по-моему, потратить. Да хватит петь. Ты мне помочь хочешь вообще или троллишь меня просто? Так, у нас осталось 3 минуты, мы нифига не успеваем. Так, что-то я куда-то не туда вышел. Блин, куда идти? Подожди, ну-ка. 1, 6, 1. Ну-ка, надо пройти вперед и развернуться. 1, 6. Может, это номер телефона? Блин, я, похоже, сейчас умру. Фу, так. Ну, отсюда я точно пришел. Пойдемте лучше туда тогда. Я не знаю, что-то я пропустил, похоже. Ой, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пять нашли. 5 осталось. Осталось 2 минуты, мы явно не найдем их. Короче говоря, я по ссылке вам оставлю игру. Присылайте видеоответы. Мне интересно, кто-нибудь сможет собрать их все? 6. Отлично. Ух, блин, что-то эта игра меня дураком может сделать. Опасно. 6 штук нашел. Неплохо для первого раза. Могу сказать, что игра мне понравилась. Так, куда еще тут можно пойти? Подожди. Вот мы идем так, так. Сюда. Сюда, сюда. Тут я был вообще, нет? Так, подожди, тут я точно был. Блин, 1,5 минуты осталось. Это уже явно не вариант. Ну да ладно. Да хватит петь! Ой, какой бардак. Так, где-то тут явно что-то лежит, но я не вижу ее.
Вы, наверное, по ту сторону экрана сейчас кричите: «Да вот же она, вот она лежит!» А я, блин, тупо щелкаю. Блин, 40 секунд осталось. Нет, тут, похоже, ничего нет. Картина. Отлично. Нашли 7 штук. Ой, как нехорошо стучит. Ну все, короче говоря, без шансов. Тьфу, твою мать. Ну, концовку слили. Концовка говно, конечно. Блин, надо бы найти их, конечно, все 6. Ой, все 10. Короче говоря, что я могу сказать. Спасибо, что мне один из подписчиков посоветовал эту игру. В принципе, это было довольно-таки интересно, необычно. Одноразово, конечно, но неплохо. Довольно-таки забавно. Несколько раз я натурально очень сильно вздрогнул. Надеюсь, вы также, потому что для этого это и делается, чтобы вас попугать. Надеюсь, кто-нибудь пройдет по ссылке к игре, которую я оставлю. Поиграйте в нее и выложите видео ответом, как вы проходите все 10, потому что мне стало интересно, что это нам девочка может преподнести. На этом такую небольшую демонстрацию, небольшой такой интересной игрушки с довольно-таки печальным концом. Ну, концовку могли бы натурально сделать получше. Это какой-то, блин, скример в конце, он вообще не в тему. Короче, как бы там ни было, мне понравилось. Спасибо за наводку, спасибо вам за просмотр. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока.